Resident Evil. Resident Evil. Американский среднезападный город Raccoon City был полностью уничтожен из-за утечки Т-вируса, разработанного международной корпорацией Umbrella. Клэр Редфилд, которая прибыла в Raccoon City, чтобы найти своего пропавшего брата Криса, и молодому офицеру Леону Кеннеди удалось бежать из города. Но это послужило только прелюдией к последующим событиям. Три месяца спустя. Ваш идентификационный номер WKD-441-96. Добро пожаловать в ваш дом. Клэр Редфилд. Нам удалось установить, что 10 дней назад она проникла на наш комплекс. Скорее всего, она сделала это с целью найти своего брата Криса, одного из уцелевших членов важного подразделения полиции Raccoon City. Прекрасно.
Давай, выходи оттуда. Здесь уже никого нет. Я даже не знаю, где может быть этот отряд сил спецназа. Но в любом случае, их уже точно здесь нет. Что вы говорите? Ты можешь покинуть комплекс. Но, возможно, у тебя уже нет шанса покинуть этот остров. А как вы? Что вы собираетесь делать? Не беспокойся обо мне. Заткнись! Делаешь один шаг, и я пристрелю тебя. Я же попросил извинения. Меня зовут Стив. Я был заключенным на этом острове. Ты не из корпорации Umbrella. Нет, я Клэйр. Клэйр Редфилд. Клэйр? Хорошо. I'll remember that.
Я смотрю, что у тебя здесь есть аэропорт. Когда я найду его, я покину этот сумасшедший остров. Пока. Эй, подожди! Я не хочу, чтобы шла со мной. Ты будешь только мешать. Yes.